Работы ведутся по всей трассе. Строители заменяют асфальтовое полотно, монтируют уличное освещение, укладывают тротуары. Также вдоль федеральной трассы появился новый санитарно-гигиенический комплекс. Располагается он на участке между Лазаревской и Солониками. Помимо туалета, в нем будут размещены аптека и магазин автозапчастей. Строение соблюдено в единой цветовой гамме. Это достойные, красивые объекты. Мы просмотрели то, что в Европе. Мы, в общем-то, сделали таким образом, чтобы мы выглядели не хуже. Это то, что, в общем-то, с одной стороны, дополнит красивую архитектуру на всей протяженности. Эти комплексы будут в работе 24 часа в сутки. Стоимость услуги в санитарно-гигиеническом комплексе не будет превышать 15 рублей, заверяют в администрации района. Бывалые водители отмечают необходимость таких комплексов вдоль проезжей части. Биотуалет у нас вообще практически отсутствует, только в центре вот стоят на площади здесь все. Конечно же, это необходимо, я считаю, там поставить. Всего вдоль федеральной трассы возведут 18 санитарно-гигиенических комплексов. 5 из них уже находятся в завершающейся стадии. В комплексах будут соблюдены все условия безбарьерной среды, поэтому они будут доступны и маломобильным гражданам. Строительство планируют завершить в течение года. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.